наступит тот день, я пойму, что этот рэп никому не нужен тут. Я тихо уйду в темноту, оставив кое-какие следы. Поутру уже навряд ли выйду из темноты. Если вдруг писать мне станет не о чем, я обязательно хорошенько с парнями это отмечу. Точно. Будут пустыми оставаться листы, значит, будут сожжены мосты, будут искры и костры. По-быстрому удалены все плейлисты, пустые папки, посты грустные. Кстати, в бошку могут закрасться опасные мысли, станут медленно меняться числа. Где смысл? Но есть проблема, этот рэпчик вставил надолго. Пожалуй, сильнее всего, что когда-либо торкало. И раз уж это продолжает звучать из чужих колонок, значит, я не одинок, дым под потолок. Есть архи и колек, есть еще много кого, кто недалеко. Есть микрофон и строки, которых вагон. Мы в этом целиком, это не прикол, почерк всем знаком. Скоро ждите подгон, загляните под балкон. Мы не сидели без дела, зеленая музыка культивировалась и созрела. Осталось запаковать ее в желтый картон. Я не о том, пардон, просто музон, гуфон. Это может быть даже не музыка, но это качает из соседнего тазика. Это имеет место быть, можно выключить, но это нельзя удалить. Это может быть даже не музыка, но это качает из соседнего тазика. Это имеет место быть, можно выключить, но это нельзя удалить. Мне и самому интересно, сколько это еще может продлиться. Лет-то сам знаешь, уже даже не 30, но ведь еще и не 40, все ровно, бро. Но у тебя уже ребенок, да ладно, да, бро. И я пиздец какой счастливый, да, но скажи, Алексей, какие перспективы? А это у вас спортивный интерес, или вы просто ксиву дома забыли? Ищи, кури крапиву, или лучше понюхай по ноздре пуэр. Я тебе говорю, братуха, он так вставляет покруче первого. Точно. Это нервы, наверное, попили чайку и хватит. Сколько можно себя этот яд заливать? Откуда я знаю, что плохо, а что хорошо? Но это личное дело, you know, каждому свое. Точно. Не стоит воспринимать все так близко к сердцу. А перцем иногда называются просто специи. Правильно, кстати, ты когда звонил последний раз матери? Блять, слушайте, тетя Катя, вы же знаете. Они с батей уже лет 5 в Таиланде расслабляются. Загар и отдых от этих занятий. Вы к ним летите. Отлично. Скажите, что я тут в полном порядке. Зарплата лежит на монолите. Ну вот видите, я могу читать о левом раскладе, а вы будете гонять это на своих носителях. Это может быть даже не музыка, но это качает из соседнего тазика. Это имеет место быть, можно выключить, но это нельзя удалить. Это может быть даже не музыка, но это качает из соседнего тазика. Это имеет место быть, можно выключить, но это нельзя удалить. Это может быть даже не музыка, но это качает из соседнего тазика. Это имеет место быть, можно выключить, но это нельзя удалить. Это может быть даже не музыка, но это качает из соседнего тазика.